будем распаковывать посылку от интернет-магазина Мыло Окс. Пришла она в такой коробке, хорошо запакованная. Открываем, и что мы видим? Сверху лежат две заготовочки для коробочек. Это будет двойная коробочка на два кусочка мыла с окошечком из гафрокартона. Одна, вторая заготовочка и разделитель для двух кусочков. Следующее у нас идет, это мыльная основа. Натуральная мыльная основа производства Англии. Она мне очень нравится, она хороша для изготовления мыла, очень податлива, хорошо принимает отдушки, масла, и мыло получается очень приятное в пользовании. Все мыло, мыльная основа вся упакованная по килограмму. Вес всегда соответствует заявленному весу. Следующее — это экстракт, концентрат клубника Биоспа. Вот в такой маленькой бутылочке из коричневого пластика темного. На ней указана дата изготовления, срок годности и емкость 5 мл. Следующее — это гликолевый экстракт фиалки. Тут также написано срок годности, дата изготовления и емкость тары. И еще два пакетика. Это нежный сухой скраб, который я хочу попробовать применить для изготовления мыло со скрабом. Упакованы они в zip-пакетики. На вид это белый порошок, мягкий, по ощущению, как мелкий песок. И внизу лежит накладная, на которой все расписано, что мы заказывали, какие позиции заказывали. Вот сегодня такой небольшой заказик я получила. В этом интернет-магазине я заказываю уже больше года. Всегда все приходит упаковано хорошо. Очень все аккуратненько сложено. Спасибо большое за товар.